Друзья, привет! С вами Виктория, канал In Dubai. И сегодня мы снимаем репортаж о международной выставке яхт, проходящей в Дубае с 4 по 8 марта. Организаторами выставки являются Dubai International Club. Среди участников около 50 стран, в том числе Америка, Италия и другие страны Европы. В выставке участвуют 830 производителей лодок и яхт. Представлено около 430 различных морских суден, среди них около 19 супер-яхт длиной более 31 метра. Сейчас мы с вами отправимся сделать небольшую обзорную экскурсию по самой выставке и снять пару кадров одной из самых больших яхт, представленной на этой выставке, а также самых дорогих. Стоимость яхты около 200 миллионов евро. Размер яхты превышает 300 футов. На ней вы можете увидеть огромную вертолетную площадку, 7-метровый бассейн, 3D-кинотеатр. Сегодня первый день выставки, и события только начинаются, но уже можно заметить, что основными посетителями являются все-таки жители стран залива Европы, а также мы встретили наших соотечественников из России и Украины. Вниманию посетителей выставки будут представлены катера и яхты, ставшие уже классики, а также новинки производителей. Сейчас мы находимся в гостях у нашего друга. Он пригласил нас на свою яхту, зовут его Фаваз, и думаем задать ему парочку вопросов. Hi, Fawaz, how are you? Fine, thank you. We would like to ask you about the size of your boat and the cost of your boat. Well, this boat is a Kobo. It's one of the medium-sized. We have four other sizes. Хочу поделиться с вами информацией, которую нам рассказал Фаваз. Размер лодки более 12 метров и стоимостью 1 миллион 200 тысяч долларов. И сейчас мы спустимся в саму каюту. Прикольно. Круто. Можно жить на воде. Небольшая, я так понимаю, что небольшая каюта, где можно передохнуть во время морского тура. Гостиная с кухней, ванная, душевая, туалет. Поражает чистота. Со слов Фаваза, эта лодка не относится к классу лакшери, это больше для любителей морских рыбалок. So here you can cook. This is a fridge, you have, okay. You have everything actually as a house. Холодильник. Fridge, microwave. Фаваз говорит все то же самое, что у вас дома. Можно тут же поймать рыбу, приготовить. Okay. It's pretty good. It's like a nice. And this is like a small room, two right? Two bedroom. Two bed. Интересно, помещусь? Не помещусь? Yeah, I was going to try because it's so small. Изобилие морских судов и яхт, лодок поражает наше воображение. Можете обратить внимание, за нами лодка яхта Quattroello. И обратите внимание, то, что это буквально дом на воде. Есть гараж для водных мотоциклов. Прежде чем отправиться во внутреннее убранство самой дорогой яхты, представленной на международной выставке яхт в Дубае, мы решили сделать пару кадров снаружи, для того, чтобы вы увидели, насколько огромна эта яхта. На яхте есть вертолетная площадка, 7-метровый бассейн, 3D-кинотеатр, рестораны, и также парковка для мотоциклов и маленьких лодок. Казалось, что вход на лодку Нирвана допустим только по приглашениям, поэтому мы решили пройти вдоль самой лодки, позволить вам оценить самый размер этой лодки. Итак, мы начинаем с самого начала и вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, что за ты издеваешься? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Дальше мы не попадем. В итоге, друзья, моих шагов получилось 100. И мы еще не дошли до самого конца. То есть вы представляете, насколько огромна эта лодка. Пока мы ходили по выставке, встретили Александра и решили задать ему пару вопросов. Привет, Александр. Здравствуйте. Хотела задать пару вопросов о вашей компании, о самой лодке «Карамель». Какой раз участвуете в выставке и вообще о ваших впечатлениях и планах?
Замечательно. Очень много коллег здесь встретил. Очень интересные суда, очень интересные инженерные решения, дизайнерские. Не только в плане интерьера, а также и установки какого-то оборудования, двигателей, навигационного оборудования. Очень интересно. Какие планы компании на будущее после посещения участия в данной выставке? Ну, хотят построить новые суда, более мощные, высокоскоростные и также VIP-классы. Кстати, вопрос о покупателях. Есть ли среди посетителей выставки русские покупатели? Есть. Много? Достаточно. Покупатели русские были, в основном это Казань, Башкирия, Чувашия. То есть оттуда люди приезжают, нефтяные районы. Приезжают сюда, смотрят, лодки покупают, новые. А какие-то продажи уже произошли? Здесь пока нет, но намечаются 2 контракта. Спасибо большое, Александр. Успехов вам участия в выставке. До скорой встречи. Спасибо. Мы только прошли половину выставки, и уже глаза разбегаются от изобилия огромных и шикарных просто лакшери лодок. Если не успели в этом году побывать на выставке, советую вам обязательно в следующем году запланировать свой отдых в Дубае именно в промежуток с 4 по 8 марта и насладиться этим уникальным шансом. Выставка ежегодная, проводится ежегодно в одно и то же время. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Виктория, специально для канала InDubai. До скорых встреч!